заключительных сериях сериала «Княжна Милосердия». Софья, Ильин, Василиса и Свечкин возвращаются домой. Они намерены добиться справедливости, освободить Алексея и наказать истинных виновных. Пьер Казанцев тоже приезжает в Петербург. В поисках Софьи он отправляется за помощью к Надин. Тем временем турецкий полковник Йенгин просит разрешения на въезд в Российскую империю. У него личное дело к генералу Ильину. Показания Свечкина дают основания для пересмотра дела князя Раевского. Алексей возвращает с каторги в столицу. Но процесс обещает быть сложным. Генерал Ильин встречается с полковником Йенгин, но не дает согласия на его просьбу. Ильин оставляет дочери письмо, которое просит открыть после своей смерти. Посмотреть заключительные серии вы сможете уже 31 октября на телеканале «Россия-1». Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.